нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. Похоже, кто-то хочет напроситься. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Ну-ка, давай. Хорошо, попробуем. Может быть, и картами поделишься? Чего не хватает? Фрингили и Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски. Яна Натальса у меня есть, вроде бы. Герцог вот пытается, да тоже место. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Гера. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, золото. Так. Ну что ж, нужно найти его. Где-то он здесь недалеко. Так, а пора стоит вернуть мою прежнюю одежду. Выродок, твое место в подземелье. Подозрительно ты выглядишь. Нас ждут очередные игры в Гвинт. Закрыто, но похоже, что за там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? Так, через верх, наверное. Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. Труп. Это уже интересно. Это должно быть Зед. Был Зедом. Естественно, карты у него нет. Нашел? Нет. А где Зед учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. Что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас. Добрый день. О, сука. Ну, Ринко, теперь твой черед. Взять его! Ну, я уж подумал, они со мной на клыках хотели.
Не, ребят, вообще без шансов. Пока я в этих доспехах, вы будете очень хорошо гореть. Жалкое зрелище. И не говори. Изенгрим Фаэльтиарна из колоды белок. Интересно, сколько же эта карта стоит? Видно, они здесь что-то искали. Пожалуй, стоит поискать учетную книгу. Видно, они здесь что-то искали. Так, а куда я мог запрятать? Ага. Тут, похоже, именно тех, кому Зад продавал карты. Стальной меч новый. Так, Фабиан, плащ золотой парчи. Изенгрим Фальтиарна, карта Равик. Прингели Вигу, карта Цезарь Бильзен. И три шлифованных опала лисица. Отлично. Золтану стоит на это взглянуть. Лишь бы не разболеться от такой погоды. Эй, ты! Я тебе говорю! Сапога! Это честь сапога! Золтан! Да! Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасны. И много Зет с тебя содрал? Зет мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Тебе не кажется, что это увлечение становится слишком опасным? Из-за твоих карт люди гибнут. Только Зет. А он, поверь мне, был не невинной овечкой. Впрочем, ты же разобрался с его убийцами. Так зачем дело стало? Лучше расскажи, что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть, сукин сын. Золтан, как у меня есть учетная книга Зеда. Покажешь. А, я думал, он про нас. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик. Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Кто такой этот Цезарь Бильзен? Бухгалтер Тесака. Был порядочный мужик, а теперь стал такой важный, что с ним даже выпить не выйдет. А рыбалки? Мы познакомились в рыболовном клубе, в Красе Понтера. Только теперь Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выходит. По крайней мере, за ним не придется бегать по городу. Равик, это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Наталиса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. А если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в Золотой Осетр. Добро. До свидания. С Равиком не царскайся. У такого над ухом гаркнешь, так он обосрется. Ну, удачи, Геральт. Так, и снова две новые точки. Чем-то здесь смердит, разлагающееся мясо, человеческое. Там, видимо, какой-то заказ. Интересно, но я как-то чуть позже его выполню. Не буду отвлекаться. Как ты мог? Так, ну где-то и Равик спрятался-то. У черта на куличке где-то живет. Тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик?
Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь всей истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... А, у вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта Наталиса. Ну как? Неплохо. Согласен. Согласен. А мне казалось, ты совсем тупой. Играем, играем! Так, а у него Наталис сейчас будет. Угу. Я надеюсь, мне сейчас зайдет с картой. Так, хорошо. Отлично, по шпионам все супер просто зашло. Так, а этот паренек собирается вообще брать чучело, ставить мне шпионов? Нет? Понял. Держи мороз тогда. Какой упорный паренек. Так, имеет смысл царилу поставить. Наконец-то дождался. Я уже думал, не получу этого шпиона. Еще один, но это уже можно скинуть. Так, а откуда у меня две вот эти карты? Ладно. Подозрительно. Не разве их две было? Так, ну и долго он будет тут выделываться-то, я не пойму. Давай, выставляй свои легендарные карты. Как-то это все подозрительно. Еще две карты в ближний бой, и я смогу на него накинуть экзекуцию. Да ладно. Настолько все плохо у тебя в этом раунде зашло.
не ожидал. И мороз. Понятно. Это было очень просто. В сухую. Да! Ты так не радуйся. И не вырывайся, а то поранишься еще. Он выиграл? Ну и что? Сейчас сыграем еще во что-нибудь. Ты уже покой! Что? Так, ну-ка, подхиль меня. Закрывай глаза! Спасибо. Не знаю... Чем тебя отблагодарить? Карты с Наталисом будет достаточно. А, да. Может, выберешь какую-нибудь другую? У меня есть много чего интересного. Я тороплюсь. Карта с Наталисом. Разумеется. Пожалуйста. Наглый тип. Еще хотела карту зажопить. А в зиме тоже с голоду дохнут? Японские трупы жрут? Я Наталис, вот ее-то у меня, по-моему, и не было. Но и осталась последняя. Карта Цезаря Бильзина. Посмотрим, что он предоставит нам. Вот и ты. Как все прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня. Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзена и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. Что это за коллекция? Ха, никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Живой? Цезарь Бильзен. Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера – щука. Ну вот, видишь, а я пришел тебя убеждать, что сом, и притом не с пустыми руками. А это кто? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было, как тимьянчик с говном. Цыц! Взял я прошлым разом. Геральт, а ты что скажешь? Как, по-твоему, судачок на вкус?
как говно. Ну ладно. Берем удочки и идем на Понтер. И никто мне тут не будет заливать. А ты слышал, Бильзен, что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал? Да брешет, как всегда. Понтерские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя, но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну, не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэр Морхене на что ловите? Моих бомбами. О, это как так? Бильзен, шуток не понимаешь, что ли? Шутка, правда, говёная. Геральт, метнись, принеси еще бутылочку. Через минуту. Живо! Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберешься с одной бутылки? Ладно, иду. Ну, Золтан молодец, конечно. Ну, так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Так, ну и где тут твоя тайная коллекция? Этот наш вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Так, ключ. Треугольное отверстие в стене. Интересно. Подходит. Потайная дверь за книжным шкафом. Классика. У него большая комната такая. Нефритовая статуэтка. Статуэтка. Человек. Его не вырезали, но создали с помощью магии. Жаль, нельзя расспросить об этом Трис. Сервиз, с которого император Ингир ел во время коронационных торжеств. Стащил меч. Геральт, ну ты молодец, конечно. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Черепа Ахима Деветта. Мрачноватая коллекция. Ожерелье Асире Варанагит. Интересно, настоящее? Полный доспех 7-й дайрлянской бригады. В идеальном состоянии. Ну вот это прикольно. У него тут громаднейшая коллекция. Вот и Фрингилия. Ну, конечно. Золтан, пора собираться. Ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзен. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Ну, началось. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед! Не торчать же нам тут целый день. С другой стороны, мы могли бы достаточно хорошо замести следы. Ну ладно, не будем. Хорошо горите. Жалкое зрелище. Ой, спасибо. Придется мне с Тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. Ну, удачи. Бывай.
Эх, доброе у тебя сердце, Геральт. Однако неплохо ты уделал последнего. Аж по стенам брызнуло. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгаардские доспехи, портрет Эмгыра, черепа Химедевета, кинжал Ватье де Ридо, веревка, на которой повесили Скеллена. О-хо-хо, ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку нильфгаардского солдата. Она магическая, но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Трис уже нет в городе. Все карты у нас. Что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег. Пойдем. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю. У меня тут было столько желающих, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю. Давай меньше разговоров, Золтан. Ну, наконец-то. Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу. Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука, сука, с нашими деньгами. Догони, ублюдка, а я займусь остальными. Заходи сзади. Не справимся. Так, а куда он там собирался убежать? А, понятно, я не могу, пока не перебью этих. Так, теперь можно и налить. Я все равно не поспею. Солтан. Я уже был в процессе. Ух, что эти катсцены своевременные. Вылезай отсюда! Сукин сын выбил мне зуб! Что? Ничего не понимаю. Это нормально, что в я в дверь? В эту сторону! В эту дверь! Держи его! Блин. Я могу просто пройти сквозь эту дверь. Эй, герцог, ты не уйдешь. Не трать зря силы. Действует такси. Вниз рванул. Ну дела. Быстрый какой. Беготнёй этой заниматься еще. Так. Тут...
Оставь меня, долбанные утопцы. Тут бы пригодился ведьмак. Очень смешно. Если я отдам тебе деньги, ты оставишь меня в покое? Да, можешь уйти, если сумеешь. А какие у меня шансы с такими ранами? Никаких. Небольшие. Прощай. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Нет, отпустил. Эх, надо было с тобой все-таки сходить. Ты же видел, как он на меня взъелся, а теперь совсем диким станет. Не думаю. Если он вдруг выберется из этой передряги, то, скорее всего, отойдет от дел. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь, деньги или карты? Без тебя я бы не справился, так что ты выбирай. Если хочешь наличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Мне, в принципе, устраивает моя колода. Я возьму деньги. Я бы взял деньги. Будь по-твоему, я все равно успею расплатиться с королем нищих. Тот он удивится. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом — король Понтера. Картонья, конечно, интересная, но... мне хватит тех, что у меня есть. Ачивки я все равно никакие не собираюсь выполнять. Ну и у нас получается сколько аренов? 150 крон, ну как-то очень мало за эту миссию. Ну, вот такая вот достаточно долгая, но при этом, как мне кажется, интересная миссия. И вдвойне интересно было сыграть в карты на того паренька. Вполне успешно. Ну, а на этом все. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Всем пока.